Мы вновь находимся на лыжной базе «Веселая горка», откуда будут сегодня стартовать спортсмены-каюры на своих собачьих упряжках. Сегодня им предстоит пройти 70 километров до села Долиновка. Сегодня погода минус 15, а так и видны некоторые пейзажи, а так вообще ничего не было видно. Счастливого пути! Мельковчанка, 16-я! О, а вот как раз карта! Вот как раз карта! Вот стартовали! Вот отсюда! Финишировали здесь! То есть, и сегодня отсюда был старт! А вот они будут стартовать, финишировать вот здесь вот. Смотрите, как они поют. Так, 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 так. Вот сюда, вот здесь телечики находятся. Вот. Вот, это получается мыс Говина, походу. Вот, да, вот здесь, Алюторский залив. Вот здесь село Телечики. Вот сюда. Это вот протяженность 1300 километров отсюда. Вот так вот. И до сюда. Сегодня они стартовали вот отсюда, центр Камчатки. Вот. И вот они поедут. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, так вот, так. Медведь – это самый крупный и непредсказуемый хищник. Рыболовно-охотничий клуб «Три пятерки Hunt Fishing» приглашает вас на экстремальную охоту на трофейного камчатского медведя.